Ивановцы станут участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет в солнечном городе Сочи следующей осенью, но претендентов отбирают уже сейчас. В Ивановском политехническом университете прошла презентация фестиваля. Студентам рассказали о правилах и критериях отбора. В принципе, квоты на регионы по количеству участников в данном мероприятии. От Ивановской области определено 100 человек. Из них 70 – это участники мероприятий, которые будут принимать участие в дискуссионных площадках, творческих, мастерских и спортивных мероприятиях. И также мы направляем на участие в фестивале 30 человек из числа волонтеров. Попытать счастье могут жители города и области от 18 до 35 лет. Для того, чтобы попасть на главное молодежное событие 2017 года, кандидатам нужно будет пройти два этапа. Первый и самый простой – зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте russia2017.com. И уже по итогам заочного испытания на собеседование отберут тех, кто представит наш регион на фестивале. Приветствуются знания иностранного языка и опыт общественной деятельности. Организаторы предупреждают, что хитрых молодых людей, которые регистрируются дважды, как участник и как волонтер, попросту могут исключить из списка кандидатов. Безусловно, обмен опытом, который будет проходить там по творчеству, по всем сферам, которые интересны молодежи, это IT-технологии, спорт, творчество, политика, наука, все в этих сферах они получат опыт. Уже достаточно большое количество заявок поступило, и с января месяца мы уже предварительные отборы участников будем проводить. Предполагается, что фестиваль будет самым масштабным за всю историю и соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. В течение 6 дней участников ждут творческие мастерские, спортивные состязания, выставки, дискуссии и квесты. Затраты по пребыванию в Олимпийском городе берут на себя организаторы фестиваля, а транспортные расходы – регион. Предполагается, что нашу делегацию направят в Сочи самолетом. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.